9 часов утра. В микрорайоне Олимп тишина и чистота. Хотя субботник еще даже не начинался. С метлой в руках имеем честь наблюдать только дворника управляющей компании «Энергосервис». Жители посчитали, наверное, что у них достаточно чистые дворы. И те деньги, которые они платят на содержание своих дворов, они считают, что они, наверное, попадают на хорошую почву. И вот мы с вами можем проехать по микрорайону, и вот, допустим, присутствуя вот на таких улицах, мы видим, что район Олимпа, ну, чистый, можно сказать, на 4, твердую четверку поставить. Согласно с депутатом Гордумы и встретившейся на нашем пути местные жительницы. Ну, убирают у нас так, чисто, ничего. У нас около дома эти убираются очень хорошо. У вас, да? Очень хорошие. Пройдясь по дворам, отмечаем, действительно чисто. Этот микрорайон к зиме почти подготовили. Осталась самая малость. В осенний период эту благоустроенную площадку мы убираем на зиму, чтобы ничего с нашими формами для детей, которые было сделано, не случилось. Весной мы все повесим обратно. То есть все качели, которые вы видите, все какие-то гимнастические комплексы будут на сохранении на зиму, чтобы их ни погодой, ничем не повредились они. Отдыхать на этой замечательной площадке местная детвора сможет до конца ноября. Наталья Васильева, Анжелика Барвинок, новости Димитровграда.